Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo Y33S можно войти в безопасный режим. Зажимаем клавишу питания, после чего зажимаем клавишу выкл. Появляется уведомление о переходе в безопасный режим, нажимаем ОК. Как видите по надписи в левом нижнем углу экрана, мы находимся в безопасном режиме. Чтобы из него выйти, просто перезагружаем наш телефон. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!